Мадридский Реал выиграл финал Лиги чемпионов. Испанская команда обыграла туринский Ювентус со счетом 4-1. Встреча прошла на стадионе Миллениум в британской Кардиффе. Теперь Реал является 12-кратным победителем Лиги чемпионов. Это рекорд. Кроме того, мадридский клуб выиграл турнир во второй раз подряд. В прошлом сезоне он обыграл в финале Атлетико. Отмечу, что финальный матч впервые в истории прошел под закрытой крышей. Это было сделано из-за опасений новых терактов в Великобритании.